Уважаемый Олег Алексеевич, дорогие жители Республики Чувашия, поздравляю вас с Днем Республики, со столетием со дня образования Чувашской автономии. Ваша республика имеет богатую историю и прошла большой путь в составе России. Выдающиеся люди Чувашской земли, такие как герой гражданской войны Василий Чапаев, чувашские женщины, совершившие великий подвиг при строительстве Сурского рубежа, классик чувашской литературы Константин Иванов, просветитель и педагог Иван Яковлев, космонавты Андриан Николаев, ныне здравствующие Муса Манаров и Николай Бударин, все они и многие другие внесли большой вклад в историю и современность нашей страны, позволили вашей республике стать одним из динамично развивающихся регионов России. Калмыкию и Чувашию разделяют более 1000 километров, а объединяет нас наша страна. Сила России в единстве народов, которые в разные периоды проявляли и проявляют сплоченность и преданность Родине. Объединяет нас также великая и могучая река Волга, которая протекает через многие регионы нашей страны, делая нас одной семьей. Дорогие жители Чувашии, от лица всей Калмыкии и от себя лично хочу пожелать вашей республике процветания, а вам, ее жителям, крепкого здоровья, благополучия и мира. С праздником!